Фонд социального страхования отметил свой юбилей. С 25-летием заслуженных работников пришли поздравить представители власти и надзорного ведомства. Об истории фонда и его сегодняшней деятельности расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Галина Ожиганова – второй человек после руководителя, приступивший к работе с начала создания фонда социального страхования. Главный бухгалтер вспоминает, раньше все отчеты писались вручную или на печатной машинке и выходили в 7 страниц. Теперь же массивные папки еле умещают всю необходимую документацию всего за один квартал. Первый управляющий у нас был Крылов Николай Петрович. У нас тогда было 6 человек, вот он 5 человек, то есть вместе с ним 5 человек он пригласил на работу, в том числе и меня пригласил для работы главным бухгалтером. Потому что я как бы уже с фондом, со средствами социального страхования была знакома, поскольку я работала в профсоюзе, в окружном профсоюзе агропромышленного комплекса. А раньше, до создания фонда социального страхования, средствами соцстраха управляли профсоюзы. Поэтому я, естественно, с ним была знакома, и он меня пригласил на работу главным бухгалтером. Наталья Хозяинова пришла в фонд социального страхования спустя год после его образования. Работа настолько затянула, что Наталья до сих пор трудится на благо жителей Ненецкого округа. Занимали мы 2 кабинета в производственном кооперативе «Стиль». Но вот сейчас уже 3 года мы работаем в новом красивом здании. Работа интересная, потому что работаем с широким кругом людей, и бухгалтера, и просто жители города, округа спрашивают, как начисляются больничные взятки, правильный ли размер пособия. И поэтому приносит удовлетворение работа, когда все объясняешь, тебя понимают и говорят спасибо. Региональное отделение фонда социального страхования было создано в 1994 году 1 марта. В период становления фонда основной задачей коллектива было формирование базы страхователей. Так, к 1995 году около 350 страхователей было поставлено на учет. И с каждым годом их количество росло. На сегодняшний день штат регионального отделения составляет 30 человек. Значит, региональное отделение обеспечивает пособиями граждан по временной трудоспособности, по беременности и родам, постановка на учет в ранние сроки беременности, ну и другими видами пособий. Мы осуществляем 2 вида страхования. Это страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. И второй вид страхования – это по временной трудоспособности и материнству. То есть 2 вида страхования. Также фонд ежегодно предоставляет санаторно-курортное лечение и проезд для 140 граждан, обеспечивает около 400 инвалидов техническими средствами реабилитации и многое другое. В этом году фонду исполнилось 25 лет. По случаю юбилейной даты на праздник пришли представители власти. Вы выполняете свою работу на высоком профессиональном уровне, являетесь главным гарантом социальной защищенности наших граждан. Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, чуткие сердца и способность помочь тем, кто нуждается в поддержке. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успешной работы на благо жителей Ненецкого округа. Спасибо. Это работа, требующая высокого профессионализма и отличных человеческих качеств. Профессионализм, ответственность и чувство помогают специалистам фонда успешно решать задачи по обеспечению государственных гарантий и предоставлению жителям региона социальных выплат. От всей души в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. На торжественном вечере, посвященном юбилею фонда социального страхования, почетных работников наградили грамотами и благодарственными письмами. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, телеканал «Север».